Всем привет, друзья! Сегодня приехал победитель Мерседеса. Что надо искать? Не наш регион. Вот 21 регион. Опа. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Да, здравствуйте, Владимир. Так, так, давайте начнем мы с себя, наверное. Да. Это наши подарочки, бальзамы. Ё-моё. Они современные. Ага, ага. Пользуются как бы спросом. Здесь три вида их получают. Четвертый, к сожалению, не нашел, потому что он очень редкий. Для здоровья, короче. Это все для здоровья, естественно. Только во благо здоровья. Все, спасибо, спасибо. Садитесь наперед, а вы за нами едете. Быстро вы домчали, конечно. Да нет, это, мне кажется, что-то долговато все равно ехали. Не, ну вчера выиграли, уже сегодня приехали. А, ну, конечно. В этом плане. Это да, такое желание было уже давно готово приехать. Так, скажите, вы откуда? С Чувашии. Это сколько вообще отсюда КМ? Ну, до дома мне сейчас ехать 1100 примерно где-то. 1100. Mm-hmm. Ну, приезжали и за 3000, кстати. Mm-hmm. Да. Поэтому так. Так, вчера вы сказали, что вы участвовали в розыгрышах очень много раз. Правильно? Да, вот сейчас буквально пока вас ждали. Читали. 29 сентября 23 года. Вот первый раз только мы, как бы, я вам написал. Ага, и ага. Уже вот дальше уже у нас пошло с вами. Угу. И до этого только утешительные призы были. Утешительные призы были. И один раз вы позвонили ко мне. Я тогда тоже обрался. Я думал, то, что вы скажете, что автомобиль. Так. А там были конверты. И я не угадал. Не угадали? Там я сказал вроде 7, а там было в 6. А, джекпот был. Да. Ну в конвертах было. Да, так, ага, понял. 7 понял. Конвертов. Ясно, все ясно. Как вообще ощущения? Честно. Предощущения. Эмоции до сих пор как бы зашкаливают, если честно. Я не могу поверить в это. Я вот считаю, вы позвонили. Ага. Я с этого времени уже начал думать машину искать, как добраться сначала до Чебоксара. Я сам от Чебоксара еще 120 километров живу. Uh-huh, uh-huh. Потом нашел машину, приехал сюда. Я в дороге только часа два, наверное, поспал уже. И потом вот друг меня встретил. Uh-huh. И вот мы уже с ним сюда, напрямую к вам, быстрее. Все, понятно, понятно. Так, смотрите, сразу такая акция у меня новая. Это я вам даю 10 вонючек. Ого. Чтобы вы раздали их там друзьям, знакомым по одной штучке. Все, хорошо, хорошо. Спасибо большое. Можно обязательно раздам. Отсканировать, перейти на мой телеграм-канал. Угу. Хорошо, спасибо большое. Вот, так что так вот. Ну, эмоции, если честно, вообще зашкаливают до сих пор, я не могу поверить. Но я вот, вы когда позвонили, я все думал, неужели на самом деле это правда или неправда. Правда, конечно, правда. Я не сомневаюсь, что это правда, все равно как бы... Да, выходим. Держи. Давай. Вот, ключи у тебя. Да. Пойдемте, встанем сюда. Сегодня помощник один. Узнаете место? Да, да, легендарное вот. Место. И вы теперь тут. Да, тоже. Наконец-то. Надеюсь, что не первый раз, может быть, еще повезет. Да, будем, я говорил, что пока два раза никто не приезжал. Ну, это будет, 100% это будет. Возможно, дело скоро. Времени, дело времени, конечно, да. Все будет. Поэтому, может быть, и будете и вы. Или мы. Да, очень да. Вот, первый подарок. Можно отсканировать, перейти на телеграм-канал. Да, уже перешел. А, уже перешел. Сразу сказал, как бы. Так, так. Вот он, Mercedes S-класса. Вот он, победитель. Все, идите скорее за руль. Уже можно? Да, да. Присаживайтесь, держи Вованчик. Сидите, давайте сразу документы. Да, конечно. Просто зачет. Ну, потом тут сами разберетесь. А, когда перед выездом пневму вверх, нажмете кнопочку, будет подниматься, и все, и едете. А, то есть обязательно надо, да, это? Ну, не обязательно, по вашему предпочтению. А, все, понял. Вот. Так, Вован, как тут потише сделать? Я тоже не знаю. Так, наверное. Там, ладно, на руле должно быть. Разберемся. Да-да, вот. Так, смотрите, погнали. Ваша ПТС-очка. Спасибо. Ваша СТС-очка, держите. И, значит, вы просили два договора. Да-да-да-да. Да. Ну, так, вы у нас кто? Денис Олегович.
Вот так, все. И, пожалуйста, расписывайтесь. Ребята, это все правда. Смотрите. Так, так, а вы на учет будете ставить на того человека? Да, значит, мы тот договор сфоткаем, правильно? Да, 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 да. Это так, мне на дорогу только. Хорошо, хорошо. Сейчас мы сфоткаем тогда. Смотри. Поздравляю, машина официально ваша. Спасибо вам большое, ребята. Второй договор подпишите. Правильно, я так понимаю, да, человек да, не да, с вами. Да. Подпишите, сфоткайте, отправьте нам, пожалуйста. Все, хорошо. Давай на всякий случай сфоткаем. Да, просто сфоткайте, а потом я могу еще раз сфоткать и отправить вам. Как бы. Есть? Давай в телефончик. Секунду. Все честно, быстро. Приехал, забрал. Вот сейчас только осознаешь, что на самом деле, когда вот документы у тебя и ключи, и все вот. Честно, эмоции просто не передать. Ребята, вообще молодцы. Спасибо вам большое. Это вам спасибо за доверие. Ну а как не доверять? Видно же то, что люди выигрывают, приезжают радостные, уезжают еще радостнее, как бы. Бывает нерадостные. Бывает нерадостные. Ну, если честно, как тут не рад за 1500 выиграть такой аппарат и просто тут не то, что не рад, тут прыгать надо от счастья. Конечно, просто. Конечно. Я не знаю, честно, я когда позвонили, у меня руки начали дрожать, я не знаю, что сказать, и не могу понять, на самом деле это не на самом деле. Я звоню жене, я говорю, ты где? Что случилось? Я говорю, приедь быстрее, пожалуйста, домой. Я быстрее домой, она приезжает, ей сразу видео. Ага. Показываю, она такая смотрит. Что это говорит? Я говорю, вот это автомобиль, вот этот. Это наш. Не может быть. Я говорю, вот, смотри, я разговариваю, мне говорят, вот все. Она не верит. И когда уже я уехал, она говорит, на самом деле, я говорю, да. И а как вообще, мне бы хотелось Мерседес. Да, я еще так что-то, конечно, ну, я думал, если даже Форд будет, я бы был бы очень тоже рад. Но когда еще конечно, сказали Мерседес, конечно. Я думаю, вот это вообще прям то, что я хотел, то, что я ждал, можно сказать. Блин, классно. Ребят, спасибо вам большое, прям молодцы. Умеете дарить эмоции вы, люди, это вот 100%. Спасибо за слова. Так, пойдем, смотрите, выйдем, сфоткаемся. Все, конечно. И пару слов скажете. С документом можно? Да. Ой, какой ветер. Блин, наверное, будет плохо слышно. Так, давай сфоткаем сначала. В общем, участникам, подписчикам, никуда не бойся. Ребят, не бойтесь, верьте в свою удачу, самое главное. Самое главное, верить. Все по-честному, как оно есть. Я приехал за 1000 километров, а люди говорят, что приезжали за 3000 километров. Да, было дело. Вот документы, вот машина. Ничего, правда, в машине, но все равно они уже мои, как бы-то оно не было. А всем, кто поздравлял меня вчера, там, огромное спасибо. Я надеюсь, и вам когда-то повезет, но всему свое время. Значит, да. Пока еще ваше время не пришло, но оно скоро будет. Верьте, самое главное, свою удачу. И все, придет. Все, еще раз поздравляю. Спасибо вам большое, всего доброго. Крепко рукопожать, еще руку сломаем. Вот, так что как-то так вот. Просьба сразу на учет поставить, потом, да, потом что хотите, то делайте, абсолютно ваше право. Вот. Поэтому еще раз поздравляю. Спасибо, да. Давайте, всего доброго. Хорошей спасибо. Дороги вам. Счастливо. Спасибо, всего снимать, доброго. Как вы уезжаете, и тоже пойдем в работу. Все, хорошо, всего доброго, спасибо вам. Машину были, пока доехали, уже на эти машины. Ничего страшного, сейчас она еще газет. Ну, на мойке были. Хорошо. Видео будет. Все. Всего доброго, до ребят, спасибо. До свидания. Сейчас у нас уезжает. Все? Все, друзья, всем пока.